Здравствуйте, дорогие друзья! Побывав в Матвеевском районе, городе Москва, был приятно удивлен, что среди всех современных застроек нашлось место и для клочка природы. Хотя находится это в 20 минутах езды от центра Москвы, от Красной площади. А называется он Матвеевский лес. Также распространено название Волынский лес. Это лесной массив, расположенный в западном административном округе Москвы. Является это частью природного заказника долина реки Сетунь. Общая площадь Матвеевского леса составляет около 100 гектар. В 1991 году долина реки Сетунь вместе с Матвеевским лесом провозглашена памятником природы. Лес пересекается с речкой Сетунь с западной точки до восточной точки. В лесном массиве протекает родник. Деревья в лесу совершенно разные. Это ивняки, смешанные с ольхой и вязами, сосняки с лепняками, клены и ельники, березняки, перемешанные с лепняками. Средний возраст ельников и сосняков равен 50-60 лет. Среди трав преобладают лесные растения. Ну а мне на глаза попались и заросли малины, и кусты крыжовника, чему я был приятно удивлен. Ну а среди фауны в лесу преобладают грызуны, свойственные для московских парков. Это кроты, белки, ласки, птицы, обитающие в гнездах, певчий дрозд, малая мухоловка, королек, снегирь. Да и уток здесь большое множество. Ну вот он, как раз тот куст, который я принял за крыжовник. Хотя на самом деле я не уверен, но очень даже похож. Ну а кусты малины ни с чем не спутаешь. Здесь их целые заросли. Ну а про реку Сетунь, протекающую в данном массиве, я могу сказать следующее, что река очень сильно загрязнена. И искупаться здесь в летний жаркий день я не рекомендую. Ну а в целом лесной массив расположен к активному отдыху. Можно и в мяч поиграть, есть довольно большие поляны, и шашлык пожарить. Вот такой вот живой клочок природы среди каменных джунглей.